Здравствуйте, это канал Максимат, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. Как я и обещал, сегодня мы будем продвигать свой гаражный бизнес, собственно говоря. И для этого нам надо сначала купить вот эту вот недвижимость, которая называется Wang. Там мы будем... One Cars, короче, это, я так понял, салон машин наших. И он стоит 50 тысяч, давайте купим. Так, недвижимость купили, и вот теперь есть задание. Ой-ой-ой-ой, пошли-ка отсюда. Zeroing in. О, как тебе такой ход? Вот так вот тебе. О! Так вот оно что значит. Наш огромный могучий бизнес должен сохранить наши никчемные жизни, а мы... Хочешь присоединиться? Эй, я думал, это будет нашим первым шагом в новую жизнь. Я думал, мы поставим это место на ноги и заставим тут... Подожди. Мы же просто играем в карты. Мы планируем дальнейшее развитие. Не волнуйся, сладенькая, мы уже разработали новый план. Да, все работает. Что заработал? Это небольшой электронный плод активности моего интеллекта. Он перехватывает с телекоммуникационного спутника сигнал, который посылается на мобильник, находящийся в нужной нам машине. Не знаю, о чем ты говоришь, но прекрасно. Это реально прекрасно. Подожди, сейчас покажу. Короче, эта штука настроена на прием сигнала сотовых телефонов. Каждый раз, когда она будет делать звонок, ты будешь видеть, где она находится. Не отставай от нее, иначе ты потеряешь связь. Ладно, до встречи. Короче, угоняем машины. Я так понял, нам нужна та розовая машина. И след улавливается с того самого устройства. А вот, кстати, и та машина. Надо ее остановить. Тьфу ты, не сдается, зараза. Как же ее остановить-то? В дерево, нет, мимо дерева. Да что ж ты будешь делать, а? Как ее остановить-то? Стоит, блин. Ой-ой, скорее, 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 скорее. Вот зараза. Вообще не останавливается, не... Как бы ее остановить-то? Да стой же ты, ё... Е
едет, нарушает все правила дорожного движения. Да, ну почему обязательно с водительского надо заезжать? Заходить, залезать. Справа уже можно было тоже зайти. Толкните машину в заднее крыло, чтобы ее закрутило. А почему раньше мне эту подсказку не дали? Какое заднее крыло-то надо? Да блин, ну останови же, ё-моё! Как сложно поймать эту машину, а? Какую же сторону? Блин, она за город уезжать собрала. Ну-ка. Да стой же, ё-моё! А, закрыто. Она по скрипту срабатывает. То есть мы должны сделать... То есть мы так просто украсть ее не можем. Надо обязательно выполнить этот скрипт, толкнуть ее в крыло какое-то там. Вот так-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Допрыгались мы с вами, ребята. Ладно, давайте заново. Наконец-то. Все, наконец-то поехали. Почему скрипт с этой подсказкой срабатывает так поздно, а? Так, приехали почти. Теперь можно тюнинговать тачки для стрит-рейсинга в тюнинг-салоне. Машины, которые пригнали в свой гараж, будут помещены в автосалон Ванг. А, так вот для чего мы его купили. Понятно. Ой, я не хотел сюда заходить. Так, дальше погнали. Тест-драйв. Эй, Карл, я нашел две тачки для списка. Они находятся в выставочном... Вон там. В выставочном центре. О, мне так нравится твой подход к вещам, а? В выставочном салоне. Ладно, погнали, нам надо забрать эти колеса. Так. Тачка в гараже у нас есть, я чуть не помню или нету. Не, ничего нету. Сан-Фьеро, чувак, мне нравится это место. Но мой дом всегда будет в Эль-Корона все равно. Но этот город, в нем что-то особенное. Знаешь, похоже, Кендалл тут тоже нравится. О, да, она действительно с головой погружается в бизнес. Это хорошо. Она всегда была мозговым центром у нас. Она могла выйти из гетто и без посторонней помощи что-то сделать. Такое чувство, что она собирается сделать без нашего участия, что ли? Да, она просто мать нашей семьи теперь. А что это за мистер Правда такой? Какой-то он странный. Он видит мир не так, как мы. Поначалу я думал, что он такой хиповый фруктовый пирожок. Но то, что он говорит, это просто фигня, бред. Ты хочешь стать охотником на пришельцев, Холмс? Если так, то не знаю, как
обращаться тогда к ним. Так, а вот и выставочный центр этот самый. Короче, вот здесь, на втором этаже. На втором этаже? А как же мы будем съезжать отсюда? О, доброе утро. Вам помочь, джентльмен? Да. Если поможешь какому-нибудь другому ублюдку, ты нам поможешь. Да. Си-Джей, пора ехать. Это называется «Следуй за лидером». О, да ты маньяк просто. Это задание... Эй, эта рация работает? Да, тебя прекрасно слышно. Давай, Зиджей, посмотрим, сможешь ли ты тягаться за Цезарем Бельпандо. Обгони этот трамвай. Это просто кусок шоколадного говна. Да, эта миссия круче выполняется ночью, мне кажется. Этот водитель трамвая обсирается от зависимости, наверное. Привет, Коба, а почему вы так долго, да? О, капец. Ай, блин! Долбанный трамвай, блин. А, тут контрольная точка есть, это прекрасно. Эй, Си-Джей, эта авторация работает? Да, тебя отлично и отчетливо слышно. Давай, Си-Джей, позволь, сможешь ли ты тягаться за Цезарем Бельпандо? Обгони трамвай на холме. О, это просто кусок шоколадного пирога. Я сказал говна тогда, да? Я 2000-кратно извиняюсь. Неправильно прочитал. Этот водитель трамвая, видимо, обсирается от зависимости. Привет, Гоу, почему так долго? Так, трамвай. Так им и надо. Уж лучше они, чем я. А, блин, больно. Окей. Походу, так им и надо было лишним. Хорошо, больше не будем к ним применять эти слова. За мной, вниз по холму, Холмс. Давай, Цезарь, хватит дурачиться. Давай доставим уже тачки в гараж. Хорошо, Си-Джей, я знаю короткий путь. О, опять копы. Вы снова за нами, да? С дороги, блин. Отпустите меня. Ох, нифига ж себе. Блин, ты это видел? Может, потом... Посмотрю, как барбекю превращусь. Ладно уж. Похоже, мы оторвались. Сюда, тут короткий путь есть. Да ладно, что, опять кобы? Давай, назад, назад, назад! Да, у меня тачка уже побитая, у него нет. О, гей, это было круто. Встретимся в гараже, Си-Джей. Прекрасно, еще одно задание пройдено. Custom Fast Track.
О, вот. Коллектор здесь. Блин, я его только поменял. Неправильно, видать, поставил. Цезарь, там твой парень пришел. Он мне не парень. Эй, наша жизнь начинает налаживаться. Мы так далеко от Гроу-стрит, да? Да, но я никак все равно не могу забыть это. Маму, Свита, Смоука. Вообще не могу забыть. Да, знаю. А что делать со Свитом? Дело дрянь, конечно. Нам надо дать продвинуться дальше дело наше. Ладно. Будь осторожен, мы не хотим терять тебя. Да, конечно, стараюсь. Эй, Карл, у меня есть хорошая новость для тебя, Холмс. Я знаю парня, который знаком с парнем, который грузит контейнеры в порту. Он сказал, что в контейнеры погрузили машины, одна из них есть в нашем списке. Так вот, он поместил контейнер с этой тачкой прямо на корабль. Сегодня контейнеры погрузили как раз-таки туда, а корабль этот отправляй. Ну, ладно, давай заглянем в порт и посмотрим, что нам да как. Да, вот что со Свитом делать, фиг знает на самом деле. И банда Гроу-стрит, похоже, уже окончательно распущена. Как мы достанем тачку, которую погрузили на борт корабля? Ну, так же, как погрузили ее туда. Там кран наверняка есть. Ого, это реально огромные штуки. Я по лестницам даже плохо лажу. Ладно, тогда на кран я полезу. А ты будешь вскрывать контейнеры. Так. Сиджею и его друзьям, которые здесь наверняка на гетто уже с того района, пофигу, в принципе. Не знаю, как насчет Свиту. Свиту вряд ли будет пофигу, конечно. Вот корабль. Ладно, я полезу на кран. Подожди секунду. Давай быстрее, не хочу, чтобы меня тут поймали. Никто не сможет, никому не будет уже интересно, как я уже сказал, как погиб Райдер, или как Баласы победили всю нашу банду. Вот это и оно. Цезарь, контейнеры не помечены. Блин, придется все по очереди сгружать. Так. ZTC. Поднимаем. Но если... Но в любом случае, это я говорил про тех, кто сейчас рядом с нами есть. Возможно, когда Свит освободится из тюрьмы, он про гетто точно не забудет. Нет, это не то, Си-Джей. Ой, я не ту кнопку нажал. Я наоборот опускал экран, а не поднимал. Днем это немножко полегче делать. Там можно по тени определять, куда попадет присоска эта. Ну, это не присоска, я думаю, это магнит, скорее всего. Присоска не выдержала бы такой контейнер. Нет, опять не то, Си-Джей. Эх, жалко. А мне нравится эта машина. Перенял.
А, вот тень есть. Но днем ее видно лучше все равно. Нельзя ни в коем случае отпускать где-то на высоте, иначе взорваться может. Тогда мы провалим миссию. Ну-ка. Вот она! Отличная работа, Голмс! Кстати, возможно, вы подумаете, что тут... Ну, три ящика, и в каком-то из них тут же автомобиль. Нет. Тут угадать нельзя. Тут по скрипту обязательно только с третьей попытки будет правильная машина. Бывают в GTA миссии, которых можно угадать. В GTA 4, например, там было три фургона, и там можно было... О, это кто такие? Давайте-ка расстреляем. И там можно было угадать, какой из них правильный. Но у меня максимум со второго раза получалось. Не получалось почему-то. А кто это такие вообще? Кто это приехал? Не с места, воровские морды. Это вы не с места. Сейчас отведаете силушки скорострельные. Садись в машину, Си-Джей, надо валить отсюда. Должен быть другой, более легкий способ зарабатывать на жизнь. Да, я тоже так думаю. Но что еще мы умеем, кроме этого? Эх, к сожалению, видимо, ничего. Эй, Голос, было очень весело, надо будет как-нибудь повторить. Ага, вот тот самый список. На корабль можно доставлять машины. И еще один, короче говоря, бизнес у нас есть. Пунктур Ваунс. Делать ему больше нечего, блин. Где ты был, чувак? Да я выследил тут одну машину из нашего списка. Но эта сумасшедшая баба гоняет, как дьявол. Я гонялся за ней, но вообще ничего не могу сделать. Спихнуть бы ее с дороги, а? Получить бы ее тачку и... На раз беда она не нужна. Блин, вот она играет с нами. Тихо. Если она с тобой играет, то она, вероятно, не хочет повредить свою машину. Мы найдем способ остановить ее или хотя бы замедлить. Плохо, что мы не можем полицию привлекать. Они могли бы пробить шину у нее от тачки, запихнуть бы ее в задницу там за решетку. Блин, нервы-то она мне подпортила. А, шипы, я знаю, что нам делать. Ага. Не только у копов шипы есть. Только три шип... Это...
3 Диана шипов у нас в запасе. Пока что я пока проходил, когда я, все разы, когда я проходил эту миссию, у меня с третьей, к минимум, попытки получалось. С первой, по-моему, не получалось. А вот с третьей точно получилось. У нас в багажнике еще колеса запасные есть. Их в любом случае придется заменить, когда проколятся шины. Ох, сейчас мы ее проучим. Надо ее обогнать сначала, только она очень быстро едет. И нарушает все правила дорожного движения, черт возьми. Да блин, она пытается сделать все, что угодно, чтобы мы ее не обогнали. И машины эти другие очень сильно мешают. Да куда? Какие? Зачем такие? Зачем так ехать змейкой, блин? Ну-ка. Ах, промахнулся. Чуть-чуть. Опять промахнулся. Стой, блин, такой шанс был сейчас. Блин, это реально сложно сделать. У меня... Что такое? А, она в гараж заехала. Блин, это плохо было. А чё, мы с гаража ее не могли? А чё, мы ее в гараже не могли поймать, что ли? Отлично. Наконец-то. С третьей попытки, кстати. Эй, СиДжей, как поживает та баба? Я выгнал ее из машины. Только теперь надо заклеить шины. Приеду скоро. Поосторожней с этим набором для ремонта бракова. Да, гадость еще. Ладно. С третьей попытки. Сейчас вот второй раз еще попытался. Поставил шины. И сам же угодил у них. Всеми четырьмя колесами. И догнать ее на пробитых колесах у меня не было никаких шансов уже. Пришлось самоубиться и заново начать миссию. Ну вот сейчас, я, по-моему, первый раз с первых же шипов пробил ее. Так, давай. Так, теперь эта недвижимость будет приносить бабки. Прекрасно.
Ну что ж, на сегодня закончим. В следующей серии мы отправимся в потрясающий город под названием Лас Вентурас и будем выполнять задания там. На сегодня все. С вас, Господь, подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, поддерживайте ВКонтакте и всем пока.